Привет, Валера, меня зовут Денис, я новый стример. Можно я попробую подсесть к тебе? О, чат пошел. Во. Вон, смотри. А ну, проверь, работает. А, смотри. Затупил, запустил два стрима. О. Прямой эфир. Да. Все идет. А почему у меня вот эта вот ебанутая какая-то палка? Сейчас, подожди, чел. Смотря. Чё, ебать, ты посмотри, чё. Чел, ты в эфире. Давай я, наверное, сниму эту палку. Все идет. А почему Давай, у меня... Давай, сейчас. Я сейчас сниму тут. А ну, помоги мне снять её. Вот. Так. А почему тут меня показывают? Что ты меня тут нахуй допустил? Там меня видно. А как переключить? Ну, у меня как там, вертикально или горизонтально? Как переключить вертикально? Нормально, вертикальный стримпов. Там уже люди вон прошли. О! А ну нажми еще. Блять, это камера меняет. Зябус, хай! Хай! Рыбак вырядился, масло Реша пишет. Смотрите, ребята! Смотри! Почему нам боком показывают? Да если телефон перевернуть, то нормально все. А, да? Пацанки, нормально все? По горизонтали? Смотри. Зяблики насобирали донатик. Вот дедушка взял. Вот, смотри. Пацаки, смотрите. Вот такой вот деда. Возьми аппарат. Ну, и что там, донаты где? Ой, я слух сказал. Трич, раз, если ты здесь, уйдешь. А, нужно заново запустить трансляцию. Давай заново тогда. Сейчас заново, пацаки, запустим. Эй, салага, чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день. И точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Ну и чё? Качество, говорят, 240, это чё? Типа интернет такой качество. А, ну да, интернет такой, все. Так, вот чё сейчас на рыбалке, вот удочки сейчас забросим. Вот здесь фазаны, да, по-моему? Эти щуки, фазаны, караси. Эти самые... Как их? Ну, рыба всех уровней. Спасибо за донатик. Вот дедушки надонатили. Вот такой аппарат сегодня вот купил себе. Вот. Вот так вот смотрю. Вот. И чел, так. Может прокатишься, а я сейчас сниму. Прокатиться? Да. Ну да, можно. Чел ликует. Ликует? Да. Как дела? А, мощный, да. Аппарат мощный. Кожа дракона. Вот здесь. Покажи бицепс. А бицепс где? Смотра.
смотря. Ты урод. Да, я в перчатках. Блять, они услышали, походу. Сука, они услышали, прикинь. Ты взнул прям в микрофон. Блять, тут птицы поют, жабы квакают. Они услышали. Ну, понятно, что, как говорится, что человек хочет услышать, то он и слышит. Правильно? Да, сука. Смотри, какой у меня. А как ты сегодня заблокировал въезд в автосалон из-за москвича, что не мог проехать на цепь? Че, говорят, пена, прикинь, клоуны. Так мы пену даже и не брали, нам клоуны тут не нужны. Кинопленка, это типа, ну, блокбастер. Вот, тут даже есть режим. Негатив, понял, этот самый кёрнес режим. Вот это кёрнес режим, режим негатива, смотря. Вот такой еще есть эскиз. Ну это плохое. Ты же сейчас тренируешь трансляцию. Да, посмотри, вот сейчас посмотря. А, ты не видишь. Это типа плёнка. Ну типа мы с тобой... Мы в фильме снимаем сейчас. Ля. Тут у нас еще есть. О, ля, сука. Итак, всем привет. Сегодня 1993 год. Называется «На природе». С самыми близкими. Меня зовут Валерий Альбертович. И со мной мой друг Николай, Слюсаренко. Вот. И мы сегодня выехали на рыбалку, чтобы наловить рыбу для того, чтобы поесть чего-нибудь. Вот поймали. Поймали немножко сегодня фазанов килограммовых. 3-12. Не, ну выглядит нормально. Это, ну, спортивная еда для спортсменов. Фитнес. Как раз фитнес. Сейчас, блядь. Фу, сука. Ой. Бомжи. Так, когда по точкам нормально? Чел в шлеме сидит, смотря. А? А? Чел в шлеме сидит, смотря. Космонавт. Да, сука. Фу, сука. Смотря. Да, это возле Москва-Сити, недалеко. Вон, смотрите. Смотря. Это Батуанька. Можете вставать, вставайте, встаем. Жбашенко пришел, ребят. Хай, встаем, не сидел. Вот, встаем, Жбашенко, хай, брс. Ну, это была пробная такая трансляция, да, то, что, ну, чуть-чуть, конечно, качество подвело, да, не 4К, 2К было примерно, плюс-минус, да. Вот, сразу говорю, кибербуллит не приветствуется, потому что сегодня была приобретена техника, да, если... Какая нахуй?
Сосисочная вечеринка, все. Привет. А вот, я сейчас с вами пока буду общаться, да, на серьезные темы. Коля, как обычно, будет заниматься тем, что он привык делать, то есть, ну, заниматься своим привычным делом, вот. Ну, то есть, работать будет, вот, а я буду общаться, потому что у нас более серьезные, важные вещи все-таки. Занимайся, Коля, открывай, закрывай, да, то есть, ну, это Коля собирает, да, кресло, вот. Да, это Коля кресло собирает, вот, кресло, пришло мне новое кресло, чтобы не скрипело, да. Будем на рыбалку ездить постоянно на квадроцикл. Привет, кругу дед, самых как близких. Твои дела, как отдохнуть? Да, привет, Нелла. У меня есть пару вопросов. А кто из вас актив, а кто пассив? Заткнись, а? Долбай. И у вас кто кого поборит, тот того и портит, а? Или как? А? Да. Заткнись там. Смотри, тут жить можно, чел. Ну-ка. Бля. Смотри. Смотри. Вот и все, пасеки. Смотри. Да, сука. Да. Шо? Пишут 36. Да, сука. 36. Ну, ничего страшного. Ну все, Коль, убирай коробочку. Посмотри, да, что пишут про тебя. Дурочка. Реально, КСТ описали, какой правильный и достойный сделал в покупке москвича. Так, блядь, что-то тут какая-то ссылка. Ты-то можно заходить, как думаешь? Да, да. Самарский. В нашем меньшем лице, батя. Здесь места хай много. Ага. Батуа. Хай, покажи лысину. Привет, Чичо. А чей это мы так запели после того, как я тебе уже 10 кув в сумме скину? Не ожидал, что будешь так относиться ко мне? Я тебя в своей игре дерну. Ты собака. Сейчас, секунду. Ой, тварь. Я такого терпеть не буду. Так что не обращай внимания. Если что-то такое будет постоянно, здесь что-то будет, понял? Это взрывы, да, хлопки? Да. Коль, ну что там, возникли сложности какие-то или что? Нормально. Есть какие-то загвоздки, какие-то моменты, ну, непонятные. Ты мне говори просто, не стесняйся, я там помогу, если что. Чел, кресло почти готово. О, наконец-таки я сейчас сяду на нормальное кресло, да. Вот так вот я могу сидеть только на нем, смотря. Как криптоинвестор, что ли? Ну да, я ж криптоинвестор, я себе создал криптокошелек. Ну ладно, сейчас я трек тогда пацана включу, да? Тихо, теперь аргументированно, слушаем внимательно в каждое слово. Вот, и даем оценку. Оля, а помнишь, как она зашла опять пьяная с подругой? Они нас еще нахуй послали. Я не буду вспоминать, как я подлюбила мужчину, и прости. То есть ты за себя отвечать не можешь? То есть я не ведусь на провокации? То есть для тебя, ну, обычный вопрос, то это провокация. А вопроса не было, хорошо. Первый раз поцеловал.
видимо, у нас похожи. Только ты богатый и крутой, а вот я отработал на заводе и иду домой. Да, сколько лет твоей зазнобе? 23, братишка моя тоже. Ты посмотри, нашли себе любимых, возраст, имена. Я со своей не спал, у тебя сразу в рот взяла. Ну, красавчик, братик, лучший, как всегда. А есть фотки посмотреть, кто с тобой вчера была. Небось, опять склеил звезду стриптиза. Так, не понял, откуда фотки моей Лизы? Ночь, престижный клуб, взрыв неоновых огней. А я сплю и думаю о ней. Интересно, что ответ скажет она на вопрос. То есть, урод, ты не была? Она меня бросила. Вообще, секс — это переоцененная хуйня. Ну как, ребята, Ну как, только аргументированно, ну, без бреда и без фэка, чтобы, ну, мне нравилось то, что вы говорите. Вот, смотри, Коля, покажи. Показывай. Ну вот, смотри, Коля, покажи еще раз, покрути, сделай крутишку еще раз, продемонстрируй новинку. Крути, Коля. Крути, типа, представляешь, понял? Типа, вот. Коль, крути еще сильнее, быстрее. Только не на меня, чтоб упало, а крути. О, хороша. Молодец, Коля, красиво. Потрясающий трек. Видно, что ВВС-студия развивается. На какую модель Сименс записан? Но он бы не появился на свет. Если бы не твой первый продюсер, Китти, он тебя на свет вытащил, а ты его забыл. Спасибо, то, что качество ГВС, там, ГВС что такое, давай подытожим, Гладволакострем. Сейчас просто я Ниву продал, да, и мне нужна техника, чтобы на прицепе-то там, ну, прицеп с лодкой таскать, просто прицеп, там, фаркоп на квадрике, а Ниву я продал. И поэтому решил вот добавить и приобрести себе квадроцикл, да. Да всем по... Заткнись там, значит, заткнись, сказал.